11 февраля в Баку состоялась церемония принятия сана епископа ординарием католической церкви в Азербайджане Владимиром Фекете. Церемонию в католической церкви Святой Марии провел находящийся с визитом в нашей стране секретарь Ватикана по отношениям с зарубежными государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. В церемонии участвовали религиозные деятели, руководители, представители различных конфессий в нашей стране, представители общественности, послы зарубежных государств. Пол Ричард Галлахер отметил, что принятие Владимиром Фекете сана епископа очень радостное событие, является высокой оценкой его заслуг в развитии межрелигиозных отношений в Азербайджане. Это также свидетельствует о важном значении, придаваемом святым папой католической общине в Азербайджане и связям с этой страной. Напомним, что Владимир Фекете был назначен старшим священником в католическую церковь в Баку в 2009 году. С 2011 года работает в должности префекта апостольской префектуры. Севда Джафарова, Шакир Гурбанов, Авкам Полатлы, Азертач.